Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Это вы, если здесь впервые. Давайте познакомимся с вами. Я снимаю разного сорта видео. И не только анбоксинги, но и Sephora, Asos, Shein, корейские, китайские сайты, влоги, парфюмерные видео. Поэтому, если у вас интересует такой род контент, beauty, lifestyle, fashion, пожалуйста, не забудьте подписаться. Оцените это видео непременно. И, конечно же, нужно нажать на колокольчик обязательно, чтобы не пропускать мои загрузки. Я вообще-то очень часто загружаю. От 3 до 7 раз в неделю. Друзья, у нас такая темень, у нас уже ночь на самом деле. Ну как ночь, поздний вечер, 7:20, глаз выколи, не видно, уже темно. Ой, вот так вот движемся, мы уже, наверное, больше к зиме. Немножечко, кстати, у нас сегодня, знаете, что на 2 дня 20 градусов тепла, а потом резко будет понижение. В общем, не об этом сегодня. Мы распечатываем BoxyCharm, базовую коробку красоты, я ее получаю каждый месяц, и в нее входит 5-6 полноразмерных продуктов, от косметики до уходовой косметики. Иногда даже аксессуары какие-то бывают. В общем, друзья, замечательная подписка. Я вам ее сильно рекомендую. Бокси, бокси, бокси. Мы ее распаковываем всегда с вами вместе. У меня на лице ничего нет, так как я не знаю, что мне приходит каждый месяц, за исключением в базовой коробке один продукт. Я сама имею право выбрать. Поэтому я вам его покажу. Я помню, что я выбрала на этот раз. Остальные я не знаю. Это всегда загадка и сюрприз для нас. Поэтому, если мы какую-то косметику, может быть, получим и... можно тогда попробовать, сразу затестировать и сделать выводы. Так, тема этого месяца Spellbound. Вот такая вот загадочная, что-то тут с гаданиями связано, да, вот свечи вы видите. На другой стороне наименование продуктов с ценами, я вообще не подглядываю никогда, потому что, ну, так интересно, мы с вами всегда удивляемся. Я тяну руку и давайте смотреть, что нам пришло. Я вам сказала, что $25 стоит базовая коробка, что-то я уже не помню. Первый продукт это от бренда Jula Beauty. И это вот такие вот салфеточки для снятия макияжа. Большая такая увесистая упаковка, здесь их аж 60 штук. Я на самом деле, друзья, салфетки для макияжа, макияж не стираю. Но я не злюсь на то, что они послали этот продукт, потому что я их использую для удаления сводчей с рук. Когда я снимаю видео макияжные, когда вот палетки мы с вами разбираем, да, это удобно. Я вот такими штуками пользуюсь, и на самом деле мне в основном они приходят в подписке Beautique Monthly корейской. И они у меня регулярно бывают в пустых баночках, поэтому я эти салфетки 100% использую. Цены мы потом с вами посмотрим в буклете, да, что сколько стоит. Ну, в любом случае, как бы, я салфеткам для макияжа, естественно, не могу сильно обрадоваться, но я знаю, что это практичный продукт, и я точно совершенно найду им применение. Поэтому это номер раз. Идем дальше. Вот он, продукт, звезда этой коробки, я уверена, от моего любимого Glow Recipe. И это продукт, который я выбрала для себя сама, это с ниацинамидом, великолепнейший ингредиент, если вы видите, что есть ниацинамид, уже хороший продукт. Это на самом деле Dew Drops, это такие, это такая сыворотка, которая будет делать вашу кожу ярче, более сияющей, так, в общем, одни сплошные плюсы. Я не знаю, насколько она понравится людям с жирной кожей, потому что они свое сияние вырабатывают, но вот у меня кожа сухая, поэтому это идеальный продукт для меня. Так, она полностью запечатана, мы, наверное, не будем ее тогда открывать, вот, но вы у меня ее обязательно увидите в пустых баночках, Glow Recipe, во, вообще просто, тоже все, вся коробка, считайте, удалась. Так, это был продукт номер два. Продукт номер три, палетка теней от бренда Ace Beauty. О, упаковка просто бомба, смотрите, какая красота осенняя, да? Как называется? Falling for you. Это игра слов. Falling for you — это влюбляться. Но falling точно так же. Fall — это осень, да? Поэтому это они так прикалываются таким названием. Точно такая же вот здесь вот упаковочка. Боже, какая красота невероятная. Просто листопад. И давайте глянем. Ничего себе. Вау, 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 вау. Вот такая вот великолепная совершенно палетка, просто невероятной красоты. Посмотрите, согласитесь, это просто бомба, да ведь? Какие цвета великолепные, просто вообще кайф какой.
Так, окей, палетка теней. Мы ее закрываем. И сейчас это у нас был продукт номер 3. Потрясающей совершенно красоты. И идем дальше. Будем смотреть, что там еще пришло. Так, так, так. Так, номер 4. От бренда Tint. Я думаю, так странно, с одной написано стороны Brown Brow Gel, то есть коричневый гель для бровей, а с этой стороны Black Mascara, то есть черная тушь. Это два в одном получается, Lash and Brow Duo. Ничего себе, что за бренд такой Tint, я не знаю, друзья. Так, давайте посмотрим, как это выглядит. Интересно. Чего себе, какая упаковка, такая омбра, да? Вот с этой стороны получается продукт для бровей. Ой. О, вот такая вот маленькая. Он, кстати, довольно-таки он не легкий, такой немножечко даже вес в нем есть какой-то. Так, это такой коричненький. А тушь для бровей. О, не для бровей, а это как бы для ресниц тушь. Вот. Такая странная, у нее щеточка короткая. Очень странный продукт, друзья, но мы, конечно, должны его попробовать, правильно? Очень интересно. Так, что-то еще и осталось у нас в коробке или нет? Да, что-то еще нащупала. Jealous Beauty Double-Sided Wing Stamp Liner. Смотрите, вот, короче, друзья, это такая прикольная штука, это такой стемп, чтобы делать, то есть это лайнер, да, как бы подводка, и плюс, это тоже двухсторонний, по-моему, насколько я понимаю. Да, с одной стороны лайнер, вот, а с другой стороны делать, как бы стрелочку, представляете, стрелочку одним, вот так вот, получается, как вот так вот, да, раз, и должна стрелочка получиться. О, что-то я даже не знаю. Ну, прикольно будет попробовать, интересно очень. Так, ну что, это все на этот раз в нашей коробке. Давайте посмотрим цены и посчитаем, сколько что стоит. Мы получили в итоге 5 продуктов. 5. Сейчас, секундочку, открою калькулятор. И мы с вами все это дело прибавим. Итак, сыворотка моя любименькая от Glow Recipe стоит 34 американских доллара. Все цены, друзья, в американских долларах в буклете. Дальше от Ace Beauty вот эта вот палетка просто невероятной какой-то красоты. 35 американских долларов. 35. Дальше. Так, Tint Beauty вот это вот двойной для ресниц и бровей 29 плюс Jealous Beauty, это лайнер для глаз и штамп, 22, и салфеточки для снятия макияжа, $20 написано, итого $140, а заплатили мы 25, вот, так что выгода всегда в BoxyCharm'е невероятная какая-то. Так, значит, смотрите, мы можем с вами попробовать, по идее, продукт для бровей, палетку и вот этот вот айлайнер и штамп как бы от... Слушайте, вот это такой тяжеленький такой продукт, мне это нравится. Это, знаешь, как-то качественно, как будто автоматически становится. Насчет палетки, друзья, может, мы ее тогда в розыгрыш положим, потому что почему бы и нет? Такая палетка красивая, невероятно, согласитесь. У нас скоро уже будет довольно розыгрыш. Но я не знаю, что я там буду разыгрывать, посмотрим. Вот когда у меня будет 3000 подписчиков, надеюсь, через пару месяцев, может быть, к Новому году, очень бы хотелось, и тогда я сделаю розыгрыш, как всегда, какие-нибудь прикольные подарки выберу. У меня уже много просто всяких накопилось, поэтому я уж потом решу, что я буду разыгрывать. Вот, поэтому я подумаю, друзья, я пока не хочу ее открывать, поэтому я ее отложу, возможно, я ее сама начну использовать, тогда вам дам знать, либо мы ее, опять же, разыграем. Я еще не решила, я не хочу принимать спешки решений, потом пожалеть об этом, поэтому я ее пока откладываю. Я точно знаю, что вот этот бренд Ace Beauty, он уже много раз был в BoxyCharm, он очень и очень хорошего качества, так же, как палетки от Hip Dot. Это уже они себя зарекомендовали, это всякие вот эти инди-бренды, да, поэтому
я вот за качество вообще нисколько не переживаю. И, конечно, цветовая гамма и оформление, закачаешься. Так, давайте, может быть, тогда... Я ничего не буду тогда делать на лице, да? Мне так неохотно, потому что мы уже скоро спать будем ложиться, а я, если все это мне наносить... Давайте просто тогда попробуем ради прикола. Ради прикола. Вот это вот для бровей штучку. Слушайте, друзья, написано почему-то браун в цвете коричневом. У меня вообще-то брови черные, если честно. Поэтому я не уверена, подойдет ли мне этот цвет, потому что он прям-таки коричневый-коричневый такой. Вот, смотрите, какой коричневенький. Видите? Так, здесь у меня зеркало большое. Сейчас я его... Ну все, давайте поехали. Может быть, все-таки подойдет. Смотрите, друзья, вот это накрасила я, эту пока нет. Слушайте, мне нравится. Посмотрите, вообще просто идеально подошел цвет. Я думала, он какой-то, вот так вот смотришь на него, он какой-то светло-коричневый. А нанес его, и он абсолютно такой как-то подстроился под мою бровь, можно сказать. Так легко он наносится, и он прям объем какой-то придает, невероятный просто. У меня такое ощущение, что он, может быть, даже с фибрами тут с какими-то. В общем, сейчас я нанесу вторую бровь и попробуем с вами айлайнер, штамп и потом еще тушь. Вот, отлично, сейчас я попробую нанести вторую бровку. Так, вторую тоже нанесла. Мне так понравился этот продукт, друзья. Он прям-таки, он чуть ли не цементирует брови. То есть это как в 10 в одном получается. Это и тинт, то есть он придает цвет. Он делает их какими-то более, густыми, что ли. Такой эффект создает. И плюс он вам гель для бровей не нужен. Он как бы фиксирует их просто. Я вот сейчас вот к ним прикасаюсь. И они абсолютно такие прям застывшие, так хорошо, что они точно никуда не двинутся, никуда. Просто бомба, я даже не ожидала, что такой хороший будет этот продукт. Так, пока мы его откладываем, так как мы еще тушь попробуем обязательно, но перед этим давайте попробуем воспользоваться вот этой вот интересной штучкой. Во-первых, мы штамп сейчас попробуем сделать, как бы стрелочку, да? И потом айлайнер непосредственно, а потом уже тушь. Так, о, это я, конечно, даже не знаю. Этот штамп, как его? Так, ну хорошо, давайте вот попробуем на раз, два, три. Ух ты, смотрите, действительно нарисовал. Ничего себе, а как он так? Нарисовал стрелку, такая ровненькая, еще хорошенькая. Так, хорошо, давайте попробуем на эту. Посмотрите, друзья, это работает штука. Обалдеть, слушайте. Так, все, это я закрываю. И сейчас мы сделаем с вами стрелочку, попробуем дополнить все это дело. Ну-ка. Ух ты, это хороший вроде бы, вот так вот по свотчу, если. Так, сейчас я попробую сделать это вне камеры, потому что это будет долго, если я буду на камеру делать. Но я вам сейчас скажу, сработает это или нет. Так, значит, смотрите, друзья, какие выводы. Во-первых, получилось неровно. Ну ладно, это пофиг. Во-вторых, сам айлайнер, он недостаточно черный, недостаточно хорошее у него покрытие, он недостаточно плотно перекрывает все-все-все, и поэтому, когда я начинаю пытаться и сверху сделать еще и еще его нанести, он просто начинает плешивить. Вот, если вы можете видеть, вот здесь, видите, то есть как бы вот здесь вот прям серое это, и я его пыталась черным закрасить, и он просто как бы оставляет точно такие же плеши, пробелы. Айлайнер, конечно, так себе, но еще знаете, какая у него проблема? Он не гнется практически, то есть вот он как фломастер. И он, то есть с ним, ну, не так удобно работать, как обычно бывает с
лайнерами, которые как бы, ну, более такие гибкие, что ли. Вот. Но прикольная такая тема, конечно, с этими штампами. Я, в принципе, может быть, еще воспользуюсь штампом. Вот, интересно, да, такая? В принципе, почему бы и нет? Мне кажется, если приноровиться, то вполне можно все удачно эти стрелки рисовать. Вот, но дело в том, что стрелки получились точно так же, вот такие пьяненькие. При этом, как бы, у меня такой же эффект получается и без этих штампов. То есть стрелки, короче, несимметрично получаются в любом случае. Поэтому какой в них, какой в этом штампе смысл, по сути дела, да? Может быть, я просто как первый раз у меня так получилось кривенько, а в следующий раз надо будет как-нибудь так приноровиться и обязательно их вот так вот ровно-ровно-ровно присобачить, вот. В общем, такой продукт, с которым надо еще попрактиковаться, ну, в принципе, ну, такой нормальный, вот. И дальше давайте быстренько попробуем вот этот, который мне понравился для бровей, вообще просто супер. А теперь давайте попробуем тушь, и если еще и тушь будет суперская, тогда вообще. Я никогда такой у туши короткой щеточки не видела, мне кажется. А вы видели? Так, сейчас я ее быстренько попробую нанести и будем делать окончательные выводы по коробке. Так, где тушь нанесена, и я удивлена, но она мне понравилась. Она абсолютно добавляет абсолютно zero, короче, ноль объема, вообще объема она не дает никакого, но она на удлинение работает. Все силы свои пускают на удлинение, друзья. И вот эта вот малюсенькая щеточка, что-то в этом есть. Ей так удобно прокрасывать реснички и нижние, и верхние. Но я не знаю, сейчас за этим лайнером, конечно, все не будет, не видно абсолютно, но вот она мне понравилась в применении. И вообще, что это за бренд такой? Тинт прикольный. Надо будет мне еще обратить на него внимание. Особенно вот этот вот продукт для бровей, просто бомба, мне кажется. Короче, стрелки, конечно, это вообще прикол. В общем, давайте делать выводы по коробке. Звезда этой коробки, это сыворотка от Glow Recipe, конечно же, неоцинамидная. Просто восторг. Дальше, этим я воспользуюсь обязательно, салфеточками, я не против. Дальше, вот это очень красивая палетка от Ace Beauté. Скорее всего, она пойдет в розыгрыш, посмотрим, я еще не решила. Тоже вообще бомба. Дальше, вот этот продукт прикольный, мне понравился, классно, что-нибудь новенькое попробовать. И вот этот вот, ну такой как бы, на троечку я бы сказала. Так, и значит, смотрите, сколько мы ставим этой коробке. Я этой коробке ставлю 3 из 5, далеко не самая лучшая базовая коробка, но, друзья, на самом деле ничего страшного, зато премиум коробки в прошлом месяце и в этом месяце просто обе на 5 с плюсом, шикарно совершенно, так что базовая коробка, ладно, дадим ей как бы немножечко побыть немножечко хуже, чем премиум, да, вот, ну, а в принципе нормально. Пишите, что вы думаете, подписывайтесь, я эти коробки получаю каждый месяц, и мы с вами распаковываем, вот так же весело делаем первые впечатления, реакции, выводы, поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании. Пока мы, наверное, будем прощаться тогда, всего вам хорошего, настроения прекрасного, и увидимся в ближайшем будущем. Пока-пока!